В Ненецком округе продолжается декада инвалидов. В ее рамках состоялся круглый стол предоставления социальных услуг детям-инвалидам в сфере социального обслуживания. Участие в его работе приняли представители органов власти, социальные работники и родители особенных детей. Подробности в материале моей коллеги Ольги Русул. Ежегодная декада инвалидов традиционно проходит с 3 по 13 декабря в России. Цикл мероприятий, которые запланированы и проводятся в это время, нацелен на то, чтобы в очередной раз обратить внимание на проблемы людей со слабым здоровьем. В Ненецком округе в этом году решили заострить внимание на нуждах особенных детей. У нас проблем, как всегда, много. У меня два ребенка инвалида. Вот, и проблем, как всегда, много. И с жильем, и с обслуживанием, с адаптацией вообще ребенка, ну, обеих детей, в смысле, в соцсреде. Алла Протопопова отмечает, что сейчас трудности возникают в связи с карантином. Но проблемы чаще всего удается решить. То врачей нету, то они в отпуске, то на больничном, то еще какие-то проблемы, какие-то там всякие неприятности могут случиться. И, ну, так по мере необходимости постараемся решать. У меня сейчас проблемы возникли, но я такой человек, я пробью. Потому что врачей нет в нашей больнице в детской, и мне надо срочно ребенка в медкомиссию проходить на взрослую инвалидность, и врачи в отпуске. Буду бегать, требовать, добиваться, здравоохранения, везде пойду. Солидарна с Аллой и еще одна участница круглого стола Елена Веселовская. Она совместно с другими родителями выступала с предложением обеспечить детей, больных сахарным диабетом, специальными мониторами. Проблема решилась, но такие необходимые приборы особые дети смогут получить только во втором полугодии. Касается всех детей, которые имеют заболевание сахарный диабет, в данный момент мы добились выдачи мониторирование сахара, глюкозы в крови только на второй квартал 2022 года. Хотелось, чтобы детки получили их быстрее, потому что это существенно снизит, ну, повысит компенсацию, и более как бы, ну, получится, что детям будет легче, детям и родителям, особенно родителям тех детей, которые ходят в детский сад, в образовательные учреждения. Кроме того, она отметила, что в округе есть необходимость в узком специалисте, который бы на месте мог корректировать лечение детей с таким заболеванием. Конечно, хотелось бы, чтобы был клинический врач еще, чтобы нам не выезжать, и здесь мы могли бы получить все, как сказать даже, рекомендации, это да, и каждый год мы ездим на коррекцию доз инсулина, чтобы все это можно было сделать здесь. Основная цель проведения круглого стола – еще раз подробно познакомиться с поставщиками социальных услуг, определить алгоритм действия для их получения. На сегодняшний день в региональном реестре значится 21 организация, предоставляющая такие услуги. 8 из них расположены на территории Ненецкого округа, в том числе межрегиональный центр «Особое детство». Все мамы, особенно детей, дети старшего возраста, они должны знать о том, как вообще формируется у нас порядок предоставления таких услуг и что это за социальные услуги, которые предоставляет специализированная организация. Сегодня как раз вот такое замечательное мероприятие, где мы сможем рассказать о том, что реализуется на территории межрегиональной общественной организации «Особое детство», какие услуги мы предоставляем, как у нас наполнена база в организации. Кроме того, участники круглого стола рассказали родителям, каким образом происходит признание нуждающихся в социальных услугах, какие документы необходимо собрать, в какие структуры обращаться, чтобы была разработана индивидуальная программа для каждого потребителя социальных услуг. Это информирование граждан, то есть бывает много вопросов, как это все, какие документы, как происходит признание нуждающимся. Закон у нас не так давно как бы свежий, и он изменения в него вносятся, и это информирование граждан, оно, конечно, будет актуально очень. Напомню, в Ненецком округе более 3000 граждан имеют статус инвалида. Почти 10% из них – дети. На территории региона реализуются различные меры социальной поддержки для этой категории населения. На эти цели выделяется более 50 миллионов рублей в год. Ольга Русул, Владислав Носкин, телеканал «Север».